Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Туз Геймс. Так, мы продолжаем с вами Watch Dogs. Так. Поехали мы за тачкой. Бабла-то хватит. Так, машины здесь. Чуть припарковал тут свой металлолом. Интересно, денег-то у нас хватит. Что-то у нас там по 33 тысячи у нас с вами. Кто это? Что за дурак? Я не знаю, зачем мы за ним бежим, но что-то прям... Может, сейчас это... Выясним что-нибудь, не? Давай, беги, беги, быстрее, 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 догоняй. Догоняем. Опа. Не знаю. Чё? Ну, в общем, что-то дали. Так. Recent polls show that a majority of people want the vigilante to be prosecuted to the fullest extent of the law. We dug a little deeper to find out just what that might entail. Police hesitate to release any details. However, they do acknowledge the vigilante is linked to several murders and would almost certainly be looking at life sentence in prison. Чё сказали, блядь? Куда ты едешь, дурак? Где отсюда? Нахер этих долбоёжков валить? Пускай полиция ищет. Сделал городу добро, они что там начинают бе-бе-бе, бе-бе-бе. Полиция разыскивает. Пирс там, бла-бла-бла. Все дела. Пошли нахер. Помогаешь им тут. Хоп-хоп. Еще туда попасть, в это говно. Чакаем чучукаем. Все, погнали. Черт, клажик такой не привык. И не буду осторожен, спугну. Криспин. Мой билет на аукцион и шанс подобраться к Ираку. И он исчезнет. Так, взломать щиток. Ой, блядь. 5.25, что ли? Place is too exposed. Better go in quietly. Нормально. Перезапуск сети. Какое дерьмо вообще. Здесь не успел, блять, ебаный в рот. Как ты меня бесишь. Блять. А есть как-то перегружаться между, прям перекидывать? Или только так? Только таким дерьмом.
Sure does purr, doesn't it? Exotic and fast. Mr. Quinn didn't know which color you'd like, so you can take whichever. Дурачок какой-то ходит. Эй! Какие-то мне булки. Машины. Чё за пропустить задолбало? Вот эту, ясно. Подготовьте. Must have a schedule or something on his phone. Так, у него все нельзя терять. И чё, где он? Он уезжает, что камера, да? Чё, открытое будет столкновение, что ли, нужно найти теперь? Тачки никак не может заломать, да? Ничего не может. Ой, блядь. Как я его должен устранять? Что здесь было? Химикаты какие-то. Это что такое? Ну-ка, мы там херню можем искать? Так, понятно. Разведка боем. Schedule or something on his phone. Can't let him get away. Пидоры, блин. Как мне от них избавиться?
Такая тачка, а я не могу ее управлять вообще, блядь. Вообще говно, блядь. Вообще не управлять. Смотри, как камера скачет. Говна кусок. И все, застряли что ли, блядь. Еблан, блядь. Сразу налетели, откуда они в засаде сидели, что ли? Да, блядь, напрягает, это просто вымораживает. Это управление так вообще взламывает его что-то. Мистер, пресекаемся перед вами, не скажу уж, простите, свое дело. Я знаю о вашем хобби, наслышан. Хотите веселье с девочками? Пожалуйста. Только не в Чикаго. Мистер Куину не нужны лишние проблемы. Звоните в Infinity 92, спросите Поппи, Спешл. Получите доступ на аукцион. Похоже, Криспин собирался забрать что-то под названием Поппи Спешл. В клубе Infinity 92. Infinity 92, в списке такого нет, но есть упоминание на форуме. А, похоже. Так называемый мужской клуб, подпольный, конечно. Значит, Поппи Спешл женщина? Да, досье Куина и про это есть. Вряд ли Поппи пережила бы встречу. Что за аукцион? Думаю, мы оба знаем ответ. Я сейчас клуб. Приглашение... Криспина там. Че, на чем поедем? Предлагаю на красный поехать. А я думал, нам тачку дадут, мы уже типа внедрились. Опять дождь, о чем я говорил в прошлой серии, в других играх говорю, всегда идет дождь. Как в фильме «Ворон». Если кто помнит такое кино с Брэндоном Ли, с сыном Брюс Ли, дождь не может идти вечно, да ведь? И вот мы надеемся, что он тоже закончится у нас. Опять поцарапал левый бок. Так, ячейки все. Опа! Блять! Блять! На скользкой трассе очень тяжело. Управлять. Тем более они вообще не управляются, а на мокрый так вообще. Я еще маневр не закончил, он же давит на гашетку, придурок, блин. Так, что у нас там? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Что-то слово «достичь» мне читается дичь. Ну чё ты не видишь, что ли? Влево, вправо, придурок, блин, задолбал. Короче, берём приглашение.
Хорошо, мистер Криспин. Фирменное блюдо специально для вас. Сдайте оружие. Mr. Crispin, right this way, please. What happened to the guards assigned to you, sir? They couldn't keep up. Эй, мужик, ты видишь, я не успеваю за тобой, мне нужно посмотреть. Закрытый клуб какой-то. Дичь, достичь. Дичь. Мистер Куин хотел, чтобы вам был комфорт. Это особый подарок от его. И хорошо, наслаждайтесь. Thank you very much. Вот уроды. You're my special gift, eh? Это ты мой особый подарок. What's your name? Как тебя зовут, Поппи? I know about you. Я знаю про тебя и про девушек. Что-то БДСМ здесь нет, я не. It's okay. Ладно. I'm done. Ухожу. Mr. Crispin, is everything to your liking? You interrupt me again, and you're next. I'm not gonna hurt you. Just come with me. Я тебе труди за мной помогу. I can help you. No. Нет, меня не найдут. They'll find me. They said you were a monster. Говорят, ты чудовище. You're not Crispin. Вы не Криспин, так ведь? Are you? My name is Pierce. Меня зовут Пирс. Здесь что-то не то. Надеюсь, она не сдаст нас. На превьюшечку девочек поставим. Ладно. Ой, еще здесь. My gun. Пушку. We hope you'll come back again. Приезжайте к нам еще. Валим. I need a favor. I gotta get Poppy out of this place. Call Infinite 92, pretend you're Crispin's assistant. Tell them I insist that Poppy be delivered to me at the auction. Yes, okay. She'll be there. I'll make sure of it. Maybe Crispin had to die, but at least we can save this girl. That's something, right? I'm not sure we can add things up so cleanly, but we're gonna get her out. У меня тачка крутая, что не видно, что ли? Вмешательство Мстителя. Доступен новый транспорт. Опять дождь идет. Так, что за у нас? Так, секундочку. Прятаться мы не будем. Вот хитрён Матович. Рисковый ход. Так, секундочку, у нас очки навык получены, да? Древо навык. Доступно 4, что у нас там? По управлению. Умелый водитель мешает раз пробить колесо. А, 4.
значительным мгновением становится концентрация, не знаю, это что. Без самодельного взрывного устройства, которое реагирует на движение. Пф, оно нам надо. Так, устройство, бой. Давайте. Что там, нападет кто-нибудь на нас? Так, секунду, подожди. Так. Предлагаю пока открыть эту херню. Вышка. Тихо. Оба-ба-ба! Видал, о чем я тебе говорил? Вот ни хера не управляется это фуфло, блин, когда находится в воздухе. Дожди. Тачка мне нравится, ничего такая. Интересно, мы ее вызывать можем или она доступна у нас как-то? Тихо. Попробуем взломать и, короче, это. Откроем, нам дадут навыки. Оп. Привыкаешь к управлению, не становится оно не дубовое, но все равно как дубоват. Так, и чё? Hmm.
Да уйди ты, дурачок, отсюда, о господи. Сел, встал, блин. Нажимаем, нажимаешь, что-то бывает, input lag, либо я кривой, короче, какой-то так. Разблокируй. Все. Так, этот угол у нас чистый, еще две штуки на этом острове, ну и в принципе нормально. Сколько нам дадут за это? 250. Доступный предмет, доступного зацепки в расследовании, доступно новое убежище. Фига себе, видал что. Ну-ка. А назад мы заедем? А, типа все, сломался что ли? А там люди. Ну и ладно. Mazda CX-8, по-моему, да, это? Смотри, тоже ДТП. Два чижика ездит, короче. Так. Налево, направо, налево, направо, налево, направо, блин. Что нормально, дорогу не могут сделать, что? Так, а мы жди... А, нет, это не тот. Что-то орут дураки. Так, опа. Квинс аукцион. Так, аукцион Квинна, наверное, где-то здесь. Тут все под охраной. Скоро кто-нибудь узнает, что я сделал в автосалоне. Найти рака, сканировать жетоны и смыться. Ничего сложного. На что-то время терзает смутное. На что-то меня терзает смутное сомнение. Закроем ворота. И на этом закончим, продолжим в следующей серии. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Ссылка на плейлист будет в описании. Всем большое спасибо, берегите себя и пока-пока.